20 февраля глава республики Вячеслав Битара выступит с ежегодным докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития Северной Осетии. Будут подведены итоги работы правительства за прошлый год и определен курс по реализации задач президента России, озвученных в послании Федеральному собранию на республиканском уровне. Прямую трансляцию доклада-послания мы покажем в эфире нашего канала и на нашем официальном сайте reston.tv. Начало в 12 часов по московскому времени. Также трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства республики и информационном портале «15-й регион».